Привет, ребята, с вами Человек-бомба. Со мной сегодня Мотик, Шпотик. И мы сегодня будем бить пенальти. Ну, по названию ролика вы, наверное, уже узнали. Сегодня я, конечно же, победю, а он проиграет. Просто у меня не было футбольного прошлого, но я победю, потому что я крутой. Он хорошо стоит на воротах, а я отстойно стою на воротах. Он Буфон, говорит. А я Лев Яшин. Кто круче, Лев Яшин? Ставьте лайк. А если Буфон, репостните это видео. Кстати, сегодня мы арендовали половину этого поля. Просто на все поле не хватило. Но не суть. Короче, сегодня мы будем в эти ворота бить мячом. Вы видели? Ну, это не суть. Сегодня будем бить по воротам. Будем играть до 5 голов. Ну, а мы решили начинать. Погнали. Надо решить, кто первый бьет. Камень, ножницы, бумага. Чи-чи-ко, чи-чи-ко. Так. Мотик-шпотик бьет первый. Ну, а мы готовы. В общем, сейчас вы увидите, как я забиваю ему гол. Поехали. Повтор этого гола. Вам не больно? По голове не попало? Да. В мою пользу. Почему я в центре? Да! Что это? Что вы понимаете, как работает? Да! Сейчас я пыром пробью и забью. Я говорил! Давай.
Нет, говори! Нечестно! Посмотрите на повторе, тут кочка! Повтор этого гола увидите в Степином телеграм-канале. Но перед моим ударом я хочу сказать, что это мяч чемпионата мира 2018 года. Ну а с вами был я, Человек-бомба. Всем пока!